Майские праздники были богаты на спортивные мероприятия. О некоторых из них мы расскажем в нашей рубрике «Телетайп новостей». В спортивном комплексе «Триумф» прошло открытое первенство Славянского района по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2008 годов рождения, посвященное Дню Победы. В соревнованиях приняло участие 46 юных борцов. По итогам соревновательного дня в каждой весовой категории были определены победители. Золото у Данила Рудницкого, вес 23 килограмма, и Данилы Сергеева, вес 30 килограмм. 12 мая в Славянске на Кубани состоялся второй традиционный турнир по самбо, посвященный Дню Победы среди юношей и девушек 2005-2008 годов рождения. Напутственные слова участникам соревнований сказал глава Славянского района Роман Синеговский, пожелав юным спортсменам удачи и честной борьбы. В турнире принимали участие спортсмены из Краснодара, Анапы, Новороссийска, Темрюка, Республики Адыгея, Крыма, Станицы Кущевской, Калининского и Динского районов. По итогам соревновательного дня команда Славянского района заняла второе общекомандное место. Организаторами соревнований выступили ветеранская организация ВДВ «Семерка» и Славянская организация ветеранов ВДВ. В Славянском районе состоялось открытие летнего футбольного сезона. Стартовал он с турнира памяти известного футболиста Владимира Половнова, который выступал за команду «Кубань» хутора Бараниковского. Участников соревнований поприветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Очень приятно, ребята. Приятно то, что количество команд, оно не уменьшается, оно увеличивается. Это говорит о большой популярности футбола в нашем районе. И то, что футбол в нашем районе выходит на высоком уровне, это, конечно, прежде всего ваша заслуга, федерации футбола, каждого главы поселения, кто обращает на это внимание, потому что 17 числа уже у нас стартует первенство района по футболу. И тоже хотелось, чтобы команды у нас ни в коем случае не уменьшались, а команды только увеличивались. В этом году побороться за победу в турнире приехало 15 команд, в том числе и станицы Федоровской, откуда Владимир Половной был родом. В результате напряженной борьбы места в турнирной таблице распределились следующим образом. Первое место – Коржевское сельское поселение, второе место – Протокское сельское поселение, третье место – Анастасиевское сельское поселение. С 10 по 12 мая в Славянске на Кубани прошло первенство Краснодарского края в рамках 9-й летней спартакиады учащихся Кубани по настольному теннису. В соревнованиях приняло участие 80 спортсменов из 16 муниципальных образований Краснодарского края. По результатам соревнований команда юношей Славянского района, в составе которой были Руслан и Данил Черкес, Денис Косткин, стала серебряным призером. В общекомандном зачете среди команд юношей и девушек команда Славянского района также стала серебряным призером.